Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать. Сегодня приехал на рыбалочку, хочу попробовать половить щучку. Что у меня из этого получится, смотрите в видео. Так, друзья, есть. Вот она, первая. Это блесна шостка спун, моделька пил. Вот. Вот такая вот щучка у нас попалась. Вот. Хорошая. Была одна поклевочка в траве и сход. И следующий заброс опять же в траве и есть. Блин, все, выпускаем. Небольшая такая. О, ушла торпеда. Друзья, есть хорошая. Это на блесну шостка пил. О, это бас такой. Хороший бас. Гляньте, какой. Друзья, вы просто гляньте на этого крокодила. Вот это басище. Вот. Такого басика так можно и забрать. Мы его сейчас заберем. Его посадим. Это даже не щука, друзья, это бас. Вот такой красавец крокодил. Вот это он. Это супер бас, друзья, это супер огромный бас, супер огромный. Тоже басище, лянь. Видал? Хочешь, залазь сюда, в траву кидай. Я тебе дам блесну, у меня есть такая с красным цветом. У меня с тройником она даже, то есть, ну, я прохожу, не цепляюсь. Он стоит, наверное, здесь. Он прямо понад кромкой травы. Только с глубины тянешь на траву, доходишь, и вот тут сразу вот и лупит. Ах, опять кабан. Кабан. Ладно, стоит. Друзья, есть. Есть. Что есть, не знаю, но что-то есть. Вот она. Друзья, это щука. Щука, знаете, какая она пятнистая, блин, хана. О, какая. Пятна такие, прямо аж это... В руку аж как наждачка. Зубки у нее свеженькие, только поменяла, видать. То может и наедается. Свежая-свежая. Больших клыков нету. О, зверь какой. Только поменяла, видать, нажирается, голодная. Была больная, пока меняла. Сейчас поменяла, видать, наедается. Вот, ловлю это все сегодня на блесну. Шостка спун, моделька пил, пил 10-граммовочка. Вот. Расцветка вот такая, хаки, это эксклюзивная расцветочка, он уже поцарапанная, щучки ее уже мне трошки поели. Вот. Хорошо отрабатывает сегодня, все поклевки только на нее. Жаль,
маленько поймал что-то. Цепляется за траву, да? Да не, ну идет же что-то. Травы нацеплялась, и казалось, что там что-то огромное. Маленький карандашик такой. Да. Друзья, есть. Есть. Так, так сопротивляется. Сильно. О, смотрите. Вот такой вот зверь. А это не такая пятнистая. Видите, может, то какая-то фигня у нее была, болезнь какая-нибудь, не знаю. Но это... Вот такая. Так, друзья, все, отпускаем крокодильчика, отпускаем, ушла, все, умчала. Так сильно сопротивлялась, а оказалась маленькая. Так, вот, Женька поймала. Крокодилище какое-то. Походу огромнейший бас. Гляньте, друзья. Это просто монстр, а не бас. Вот он. И телефон звонит сейчас. Это просто монстр. Гляньте, друзья. А, сегодня отпускаю рыбку, наверное, вот. О, здоровый. Все, друзья, завершилась моя рыбалка сегодня. Поймал я и щучек, и басов хороших. Такие крупные басы были, все. Вот. Но рыбу сегодня всю отпускал. Почему? Потому что первого баса, как поймал, нацепил его на кукан. Хотел кукан привязать к палочке. Уронил его в воду. Она взяла и уплыла с куканом с моим. И остался я без кукана. Поэтому сегодня рыбу всю отпускал. Вот, в принципе, рыбалкой доволен. Отличилась у меня сегодня блесна цвета хаки. Производитель Шоска Спун. Называется она Пил. 10-граммовочка. Все, друзья, не забываем. Ставим лайки. Подписываемся, кто еще не подписался. Всем хорошего дня!